Привет, друзья! Мы на верблюжьей ферме на Ближнем Востоке. Здесь в народе разводят верблюдов и используют для многих целей. Однако, это может быть для вас снова верблюжье мясо. Каждый верблюд-самец может дать 300-400 килограммов мяса. И особенно здесь выделяется толстый горб на спине. Ежегодно во всем мире ради мяса забивают около 4 миллионов верблюдов. И Саудовская Аравия занимает первое место по количеству. Давайте посмотрим, как они выращивают миллионы верблюдов. Сначала пары верблюдов будут проверены на здоровье и спарены. Использование спермы для оплодотворения большего количества верблюдиц. После периода беременности от 12 до 14 месяцев. Их будут воспитывать с матерью, дабы они пили натуральное молоко. Примерно через 18 месяцев. Верблюды достигают взрослого размера примерно в 7 лет. Верблюды ежедневно съедают около 10 килограммов еды и примерно в 2 года их разделят на самца и самку. Причина скоро станет ясна. Все потому, что самцов будут выращивать на мясо, а верблюдиц в основном выращивают ради молока. Верблюды, достигшие нужного веса, будут отправлены на бойню. Сначала их взвесят и искупают. Метод забива, используемый жителями Ближнего Востока, является халяльным. Многим это может не понравиться, но это традиция. Похоже на говядину, если не считать толстого горба.
Молоко верблюдов. Следующая часть – доение верблюдов. Продукты из верблюжьего молока. Мороженое, свежее молоко и сыр. Вот видео и подошло к концу. Не забудьте подписаться на канал NoalFarm, если хотите увидеть больше видео. Видео озвучил Дерон. До скорой встречи!